Сорт яблони Fujiki Q8. Сегодня 24 октября 2017 года. Завязалось 7 яблочек на двухлетнем деревце. Такие яблоки красивые, вкусные. В том году тут пару штук было. Пробовали сладкие. Лежали до конца мая. Попробовали. Очень ароматные, как мед. Надо срывать. Уже они перенесли 7 заморозков. Ну, яблоко товарное. Ну, по вкусу, конечно, из всего, что я пробовал, очень достойно, очень сладкие. Для тех, кто любят плотные, сочные, сладкие, классные. Надо обрывать их. Их тут чуть-чуть. Что-то оно, дерево это не сильно должно завязаться, больше было. Под боем 9. То есть они вот это лежат, их срывают конец октября. И лежат они без потери качества в подвале. В обычном подвале. Не вянуть, не сохнуть, не очень, очень сочные. Вот берешь яблоко в мае месяце, оно такое ощущение, будто только с дерева сорвано. У меня Fuji в том году подоносило. То я его срывал аж 5 ноября, это Q8. А то Fuji. То она чуть-чуть по цвету. Вот такое серо-розовое. Зелено-серо-розовый цвет. Тоже лежало аж до июля месяца. Тоже вкусная, сладкая. Они чем-то похожи по вкусу. Яблоки бомбезные. Яблоки бомбезные. Но в следующем году будут. Все у меня у отца яблонька. И у меня в саду. Я так в гости зашел, думаю, надо снять, показать, закинуть на обзор. Яблоки до 350 грамм у них. Но это в руке у меня грамм 250-260. Так до 350 грамм. Крупные, урожайные. Все так она на огороде тут посажена. Сильно не ухаживали за ним. Так что сажайте. Кушайте, ищите этот сорт Fujiki Q8, японская селекция. Это клон сорта Ятака или Fuji, точно не помню. Он поспевает на 2-3 недели раньше, чем сорт Fuji. Окрашивается раньше намного. Потому что Fuji начинает набирать тон где-то с 10 числа октября. А этот начал уже со середины сентября цвет. Даже раньше, наверное, чуть-чуть. Яблоки супер. Кто их попробовал, тот поймет, о чем я говорю. Кто не пробовал, хай пробует. Я думаю, будет самое любимое по вкусу. Многие, кого я знаю, кто пробовал, говорят, что Fuji, Fuji Ятака, Fuji Q8, Ташира, Бенни Шогун Fuji, что они все на 5 с плюсом по вкусу. По всему, по товарности, по вкусу, и по легкости, по сочности, по всему. Так что такие яблочки. Ой. Немножко, ну, показать, рассказать хоть чуть-чуть. Обзор, чтобы люди посмотрели.